да, против, они все объединились против. Вот у нас там объединились все против зажитья, и точно так же у Нестора там все объединились просто против зажитья. Но вот мы объясняем одно, что нельзя в комиссиях, да, в комиссиях исключительно. Ну, можно я закончу? Кстати, это не про людей, я поймите, разумею. Да, не про людей. Да, люди там все объединились за нас, это факт. Но, вот понимаете, нельзя сломать через колено волю, веру людей. Вот в чем уникальность ситуации? Потому что люди там все поддерживают одну политическую силу, а все люди, первый вопрос, который нам задавали, когда мы приезжали, когда отменят закон про мову, когда наконец-то перестанут переписывать историю, когда наконец-то, главное, остановится война путем переговоров. Это Светлодарская дуга. Там живут люди, которые переживают по этим вопросам. И когда после всего этого там пытаются украсть их голоса и сказать, что, оказывается, они сегодня поддержали здесь мову, НАТО, Томас и все остальное, цинизм заключается, что их пытаются обмануть в идеологическом, классическом плане. Вот этого сейчас недопустимо реализировать.